Итак, ресторан «Седьмое небо» в Останкинской телебашне открылся. Легендарный ресторан расположен на высоте 328 метров. Вращающиеся полы, позволяющие вдохновиться панорамой столицы. Блюда, приготовленные по авторским и классическим рецептам. Забронировать столик можно по телефону 495-926-6125. Каждый третий понедельник месяца – санитарный день. Кафе «Отметка» на 331 метрах. Воскресенье, четверг с 12 до 23.00. Понедельник, суббота, пятница, суббота с 12 до 24.00. Бистро «Отметка» на высоте 334 метра с 10.30 до 20.00. Итак, правила посещения смотровых площадок телебашни. Первое. Купить билет в экскурсионном бюро. Второе. Сдать запрещенные предметы в камеру хранения экскурсионного бюро. Пройти пункт досмотра. Прослушать инструктаж по безопасности. И пятое. Подняться на самую высокую смотровую площадку Европы. При себе обязательно нужно иметь паспорт. На экскурсию допускаются дети от 7 лет при предъявлении свидетельства о рождении. Колл-центр 495-926-6111. Официальный сайт tvtower.ru.